В республике создан запас продовольствия на 4-5 месяцев, сообщает пресс-служба башкирского парламента. В госсобрании рабочая группа обсудила ситуацию на рынке продуктов питания, где контролируют за необоснованным ростом цен. По итогам мониторинга депутаты выявили завышение стоимости сахара, гречки и муки. Это спровоцировано резким увеличением спроса на эти товары. В начале апреля также подорожали яйца, но это можно связать с сезонным фактором из-за Пасхи. Что касается имбиря, то с 1 по 6 апреля в Россию завезли 2400 тонн этого продукта. Доля поставок из Китая достигла 100%. Импорт чеснока за тот же период вырос в 2 раза. Сейчас ажиотаж уже спал, цены после взрывного скачка восстанавливаются. На имбирь сейчас стоит 300-600 рублей, лимоны 200-300 рублей, чеснок 300 рублей за килограмм. Предприниматели, которые решили заработать на ажиотажном спросе, сейчас несут убытки, комментируют в госсобрании. Отдельно оценили запасы товаров на складах и магазинах в республике. Надо сказать, что волноваться населению не о чем. Запасы продовольствия по большинству товаров оцениваются до 136 дней при нынешнем спросе. И задержек по поставке нет. Проблем с передвижением фур торговых сетей эксперты не зафиксировали. Представители ритейла сообщают о снижении покупательского потока в связи с режимом самоизоляции.